Всем привет! Как вы уже поняли, сегодняшняя самоделка будет из рамы от велосипеда. Нашел я эту раму у себя в огороде, валялась никому не нужная. От этой рамы нам надо отрезать две детали. Отмечаем от определенной точки 10 сантиметров по обе стороны. С другой стороны делаем ту же самую процедуру, отмечаем по 10 сантиметров с каждой стороны, воспользовавшись маркером. Долго мучился писать маркером парами и в итоге решил взять керн и нацарапать керном. Ну и керн меня разочаровал, и в итоге я просто взял обычный карандаш и прочертил все карандашом. Очень важная новость. Есть у меня канал автомобильный уже давно. Я решил им заняться, и теперь я там буду восстанавливать машину. Куплю какую-нибудь девятку или 99-ю и начну ее там требушить, тюнинговать, красить. Хотя ни разу этого всего не делал, буду это делать, и вы будете это видеть. Так что подписывайтесь на канал, ссылочка снизу. После чего отрезаем наши детали ровно параллельно друг другу. Вот только давайте не будем, а? Лучше бы сделал велик, да зачем ты отпилил, испортил, отдал бы бедным. Все это я уже читал и слышал. Поверьте мне, мои дети не нуждаются в велосипедах, с ним у них все хорошо. Так, продолжим. Пилили два куска от нашей рамы. Теперь все лишнее надо убрать, чтобы оно нам не мешало. Также воспользуемся болгаркой и срежем все ненужное. С помощью УШМ отрезаем лишние ненужные запчасти и аккуратно сглаживаем все неровности. После чего получаются вот такие две детали. Не забываем про уборку, потому что на рабочем месте чистота – это залог успешной самоделки. Теперь в ход пойдет у нас фанерка, кусок фанерки. 10 сантиметров толщиной, здесь можно маленько пофантазировать. С помощью карандаша, угольника и тарелки я делаю вот такую вот фигуру, чем-то похоже на Бэтмена, если честно. Теперь предстоит все вырезать лобзиком, делать надо все аккуратно, чем аккуратнее сейчас будет, тем меньше проблем потом. Ну а куда же без фрезера? Когда он у меня появился, теперь все самоделки проходят сквозь него. Проходим фрезером по контуру нашего изделия. Опять же, все делаем аккуратно, чтобы не переделывать. После работы фрезером у нас получается вот такая вот симпатичная летучая мышь. Реально похожа на Бэтмена. Все аккуратненько зашлифовываем, шкурим, чтобы не было лишних заусенцев и неровностей.
Следующим этапом нам нужно наши детали заткнуть чопиками. Для этого берем обычный череночек. С помощью ножа вытачиваем определенный диаметр и забиваем в наши детали. После чего отпиливаем края, и у нас получается вот такие вот заглушечки. Эту процедуру нужно сделать во все отверстия наших деталей. Пришла очередь покрасить их. Я выбрал золотистый желтый цвет. Мне кажется, выглядит по-царски. Нашу летучую мышь также красим в золотой цвет. Пускай будет золотая летучая мышь. Теперь на очереди у нас пруток. 8 мм. Отпиливаем определенный кусок. В данной ситуации это 30 сантиметров. С двух сторон подравниваем. Выпрямляем на нашей наковальне. И теперь надо убрать все лишнее и зашкурить его, чтобы он был гладеньким. Теперь нужно с двух сторон этот прут загнуть под 90 градусов. Воспользовавшись молотком, выбиваем этот угол ровно под 90 градусов с двух сторон. Ну, опять же, облагородим эту штуковину. Для нее я выбрал серебристый цвет. Как, наверное, уже многие догадались, это у нас держатель для салфеток. В данной ситуации очень удобно. Мне давно не хватало этих салфеток у себя в мастерской. Но я больше чем уверен, что жена, если увидит, заберет себе на кухню. Что, друзья, надеюсь, я был сегодня вам полезен. Самоделка удалась. Сделал то, что нужно было. Не сверхъестественное, конечно, но приятно самому. Красиво и аккуратно. Поставь лайк, если понравилось видео. Подписывайся на канал. Жми на колокольчик. Всем пока-пока. До новой самоделки.